Как сделать дом безопасным для кошки? Заводя кошку, вы должны понимать, что берете ответственность за ее здоровье и безопасность. Потому следует позаботиться о том, чтобы животное было защищено от травм и не могло пострадать. Итак, что нужно предусмотреть, чтобы не случилось беды? И что именно опасно для кошки? Игрушки, несущие опасность. Мы умиляемся, когда видим, как котенок играет с каким-нибудь предметом и не думаем, что он может случайно проглотить его. Так, если питомец развлекается с клубком ниток, то есть риск, что кончик нитки окажется у него во рту, а затем и в желудке. Играя с нитками, пряжей и другими веревочками, кошка может случайно замотать их вокруг шеи, что грозит ей удушьем. Особенно опасны такие игры в преддверии Нового года, когда хозяева достают дождик и его шуршание манит котов. Ветеринары знают многочисленные случаи, когда животные глотали яркие елочные украшения. Рассыпанные по полу скрепки, части игрушек, мелкие предметы опасны, когда в доме есть кошка. Регулярно убирайте помещение. А если кошку начало тошнить и после приема пищи открывается рвота, и вы подозреваете, что проглочен предмет, то немедленно отправляйтесь к ветеринару. Промедление может угрожать жизни вашего питомца. Комнатные растения. Если на подоконнике или на балконе целая оранжерея, это должны быть не токсичные для кошки растения, не вредящие ее желудочно-кишечному тракту. Животные, которые не имеют доступа к улице, заинтересуются домашней зеленью. Им нужно восполнять недостаток витаминов и чистить желудок. Что точно нужно убрать? Монстеру, диффенбафию, алоэ и каланхоэ, примулу, цикламен, бегонию, олеандр, юку, рододендрон. Перед тем, как разводить комнатные растения, обязательно убедитесь, что они безопасны для кошек. В качестве альтернативы домашним растениям выращивают специальную траву, купив ее в зоомагазине. Если у животного открылась рвота, оно вялое, проявляются неврологические нарушения, то это может указывать на интоксикацию. Незапертые окна. Ветеринарные врачи знают, как часто кошки выпадают из открытых окон по халатности хозяев. Животное, не зная опасности, может легко выпрыгнуть за птицей или бабочкой. Открытая на проветривание оконная створка тоже угрожает кошке, которая может застрять. Противомоскитная сетка – ненадежная защита, как бы хозяева не предполагали обратное. Она может не выдержать веса крупного животного, если оно обопрется, и легко прорвется острыми когтями. Установите специальные крепкие защитные сетки. Травмы, полученные кошкой в результате падения, могут быть внешними и внутренними. Если визуально животное не пострадало, то не исключен риск травмирования мягких тканей или внутренних органов. В будущем это повлечет серьезные последствия. Упавшее даже с небольшой высоты животное следует немедленно отвезти в ветлечебницу. Химическая угроза. Лекарства в домашней аптечке нужно держать подальше и от детей, и от животных. Многие из тех, даже которые покупаются без рецепта, опасны для кошки. Не позволяйте ей проглатывать лекарства. Препараты должны лежать в закрытом шкафу. Подальше от животного нужно держать и бытовую химию. Конечно, животное не съест моющие средства специально. У них слишком специфический запах и неприятный вкус. Кошка может вступить в лужу с разлитым случайно химическим веществом или в рассыпанный стиральный порошок, а потом слезать это с лапок или с шубки. Особенно внимательным следует быть во время ремонта, когда кошка заинтересуется какой-нибудь плохо закрытой банкой и может опрокинуть ее. Также следует следить за тем, чтобы животное не получило доступ к химикатам и ядам, если вы травите ими насекомых или мышей. Если нужно применить инсектициды, то выбирайте безопасные для домашних животных. В частном доме кошка может подцепить вредное вещество с земли на свою шерсть и слезать его.
не меньший вред причинит и съеденный грызун, успевший попробовать отраву. Электрические провода. Пушистики могут грызть смертельно опасные электрические провода. Чаще так играются котята, но и взрослые питомцы могут счесть, что это хорошее развлечение. Спрячьте провода под плинтус или используйте специальную защитную оболочку. Если нет такой возможности, то купите в зоомагазине специальный отпугивающий кошачий спрей или просто натрите провода чем-то, что имеет неприятный резкий запах, например, масло цитрусовых или уксус. Заметив, что кошка играет проводом, не спешите резко вырывать его. Сначала отсоедините провод от питания и только потом аккуратно, но строго отнимите у питомца опасную игрушку. Бытовые приборы. Горячая духовка, где печется пирог или запекается мясо, может обжечь кошку, если она случайно окажется рядом. Если питомец прыгнет на стол, то легко попадет оттуда на газовую плиту. На плите может стоять кастрюля с горячей водой, которую не так сложно опрокинуть. Если вы готовите, не оставляйте работающую технику без присмотра или хотя бы плотно закрывайте дверь на кухне. Опасность для кошки представляет и стиральная машина с фронтальной загрузкой. Бывали случаи, когда пушистики залезали в открытую дверцу, а хозяева, ни о чем не подозревая, запускали стирку. Если в машинке уже лежит грязное белье, то питомица может устроить себе лежанку. Перед началом стирки всегда проверяйте, пуста ли машинка. Залог долгой и счастливой жизни кошки – внимательное отношение ее хозяина. Потому позаботьтесь, чтобы в доме пушистому питомцу ничего не угрожало. Берегите, люди, кошек. Они отгоняют мошек. И мышей, и крыс, конечно, берегут очаг. Кошки порой непонятны, но они всегда приятны, даже если чуть помяты. Но это пустяк. Кошки – чудные создания, видят все на расстоянии, и болезнь, и ваше горе делят пополам. Если кошечку обидеть, можно день ее не видеть, но она простит, конечно, и вернется к вам. Кто всегда маму включает, когда ваш малыш скучает, промурлычет, поиграет, лапкою потрет? Кошка всегда точно знает и, конечно, понимает, только вот сказать не может, что она есть кот. Берегите, берегите, ведь когда вы ночью спите, ваша кошка словно воин, словно часовой. Ее ушки на макушке, и пускай она старушка, будет до восхода солнца охранять покой. С вами наш покой. Друзья, а ваш дом безопасен для кошки? Обязательно расскажите об этом в комментариях. Еще не подписаны? Обязательно подписывайтесь. А также жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить новые выпуски «Живой планеты». До новых встреч, друзья! Берегите себя и наш маленький уютный дом под названием «Земля».